Территория самых сердечных спасателей России вновь встречает гостей. В этот раз на спасательную станцию Центра гражданской защиты населения в Щелкове пришли учащиеся 6 класса Щелковской гимназии. Экскурсии на спасательной станции давно стали традицией, а в последнее время все больше носят интерактивный характер. Ребята не только слушают, но и имеют возможность оценить работу сотрудников аварийно-спасательного отряда, познакомившись поближе с инструментами и экипировкой. Сколько ты сможешь пилить минут, секунд? Давайте попробуем. Норматив надевания костюма спасателя – 28 секунд. Ане показалось этого времени мало, а сам костюм нелегким. Руки болят немного. А так все, ну, тяжелый костюм, да, а так нормально. Бежать в нем нелегко. Ты себя когда-нибудь представляла спасателем? Да, много раз. Классный руководитель экскурсантов Екатерина Александровна своим примером показала, что рядом с нашими спасателями ничего не должно быть страшно. И, надев гидрокостюм, рыжик нырнула в ледяную воду. Замечательно! Надежно остаюсь у вас работать спасателем. Да. Вы холод чувствуете, нет? Холод не чувствую. Совершенно комфортно. Даже не страшно. Здорово. Я хочу поблагодарить спасателей Леонида Юрьевича, Марусеньку и всех спасателей, которые проводят такую действительно очень полезную, важную работу просветительскую. Это очень-очень важно. И вообще, честно говоря, первый раз столкнулась, что вот такое вот отношение к детям именно эмпирическим путем, такой живой урок проходит у нас в городе Щелково. Наша главная задача, чтобы ребята не только посмотрели и не попробовали на себе, каково это быть немножко быть спасателем. Мы будем это продолжать, еще у нас очень много разных задумок. В экскурсии самым активным ее участникам подарили календари с талисманом спасателей Маруси и ее друзьями. Школьники смогли пообщаться со спасателями, согреться чаем и, конечно же, сделать общий снимок на память. Виктория Мельник, Александр Ожевский, Лилия Тимиева, Щелковское телевидение.